Я начну с печального. Значит, в 1948 году Тита рассорился со Сталином. Это еще не печальное. Печальное дальше. Сразу после этого времени Тита построил нечто вроде югославского ГУЛАГа на острове, который называется Голий Оток. Голий, значит, голый, потому что он состоял из одного камня. Остров, соответственно, окружен водой. Вот тут уже, так сказать, некая первооснова этого сочетания воды и камня. Наказание политзаключенных на этом острове состояли в том, чтобы не перевоспитать их, так сказать, в духе трудовой дисциплины и какого-то, так сказать, позитивного социалистического строительства, а вот унизить предельно человеческую природу. Значит, главное занятие состояло в том, и это мне рассказывали люди, которые через этот Голий Оток прошли в свое время, состояло в том, чтобы тяжелые камни переносить с острова в море, а дальше обратно, из моря на берег. То есть это вот такое вот бессмысленное занятие. Вот это вот самый Голий Оток, видите, весь сплошь покрыт камнем, это бывший политзаключенный, который рассказывает об этих бараках. И практически вот в этом сочетании воды и камня, в балканской модели мира, в данном случае вот на Голий Отоке, реализовался миф о Сизифе. Вы видите слева, так сказать, Родена, а справа уже некую ироническую современную модификацию этого мотива, в котором эксплицирована вот эта связь воды и камня. Балканская модель мира в этом проступает особенно ясно, в этом печальном эпизоде, потому что вода и камень здесь слиты непосредственно в силу естественности пейзажа. А универсальное складывается из, то есть уникальное, это региональной частной традиции, складывается из универсальных элементов, соответствующим образом, уникальным образом скомбинированных. Владимир Николаевич Топоров, когда писал о балканском локусе, о балканском тексте, говорил, что естественный ландшафт выступает здесь такой первоматрицей по отношению к культуре. Я остановлюсь на нескольких примерах того, как от природы, как первоматрицы, рассуждение идет к культуре, а потом от культуры к природе. И на третий пример у меня будет связан с вербальным компонентом вот этого соотношения природы, значит, воды и камня. Вода и камень непосредственно слиты в этом локусе балканском. Вот это минерал, который образован из остатков морских существ на дне морском из музея. Это скульптура, один из фрагментов Загребского собора, одна из химер, это новая готика. Ну, вы видите, имеет вид разъеденной, так сказать, разъеденной водой некой такой субстанции, почти волна, почти Голубкина, в общем, можно сказать. Таким образом, она иллюстрирует принцип «Gutta cavit lapidem». Из природных, так сказать, таких эффектных в плане темы нашей конференции явлений можно отметить Плитвицкие озера, где из камня плещется. Озера расположены на нескольких уровнях, их много, их больше 10, и вода непосредственно слита с этими жизнью скал в виде вот таких вот озер и водопадов. С правой стороны по принципу того же водопада струится растительность. То есть вода здесь в данном случае выступает такой природной метафорой растительного начала, движущегося. А вот это природная метафора растительного начала в виде дерева, старого дерева, опрокинутого в воду. Вот так выглядят озера эти плитвицкие. Но я хотела привести другие примеры. Я меньше недели назад вернулась из такой своеобразной самодеятельной экспедиции, которую я предприняла на гору
Медведняк. У подножия этой горы расположена столица Хорватии Загреб. И на этой горе, в числе многих удивительных явлений природы, есть нечто, что называется 500 ступеней Хорвата. Хорватовая стубе. Вы видите, здесь стрелочка такая. Это необыкновенный феномен, расположен высоко в горах, примерно на высоте 800 метров. Они уже покрыты таким еловым лесом. Солнце почти не пробирается сквозь ветви. И по мере поднятия в эту, по мере того, как человек поднимается в эту гору, навстречу ему стекают множество ручейков. Значит, это живая вода, струящаяся. Опускается и поднимается он по чему-то, что феноменально напоминает окаменевшую реку. Вот это и есть Хорватовая стубе, ступеньки Хорвата. Это был человек, который в 30-е годы обработал каменистый рельеф некоторых частей этой горы таким образом, что образовал вот такие вот 500 ступеней. Я вам скажу, что это довольно много. Это примерно 300 метров подъема вниз и наверх. Из картинки видно, что это само по себе явление интересно тем, что оно образует нечто вроде окаменелой реки. Но окаменелой реки, к которой прикоснулась человеческая цивилизация, так сказать, антропоморфизированная река, потому что это именно Хорват создал эту замерзшую реку. Мы встретили здесь и племянника того, кто в течение 40 лет, после того, как эти ступени были построены в 40-х, 50-х, 60-х годах, охранял эту реку. Если спускаться с вершины горы по этим 500 ступеням и дойти до самого низа, то можно упереться практически в тупик, в некий тупик, где ступени обрывается всякий путь. Но за 50 метров до этого мы увидели странную яму, маленькую пещеру. Надо сказать, что пещер несколько мы по ходу движения встречали, но в основном они были предназначены, если можно сказать, предназначены природой, предназначены для медведей. Здесь очень много медведей, и влезть в эту пещеру человек не может. Это маленькие очень пещеры. И вот когда мы увидели эту пещеру в 50 метрах от конца дорожки, мы заинтересовались, увидели там некоторый свет и вошли в нее. Оказалось, что это проход в то место, где, собственно говоря, есть выход с этих ступеней на другую трассу, и по этой трассе можно прийти, в конце концов, обратно в то место, откуда мы вышли. Само по себе это очень мифопоэтический способ размышления природы к культуре. Пещера выступает в данном случае как затрудненный путь, как тоническое пространство, как инициация и так далее, путь от хаоса к космосу. Вот эта каменная река, как путь, и путь через пещеру отсылают к мифологии мира. И выход из любой пещеры, как известно, ведет вообще никуда или ведет вверх на небо. Это идея инициации. Также вверх на небо. Но также и это выход в нижний мир, выход в иномирье. Владимир Николаевич Топоров очень много писал о пещере как утробе, и поэтому я не буду на этом останавливаться. Только скажу, что, как указал Владимир Николаевич, в пещере темно, то есть безвидно, как в хаосе. Мы опять возвращаемся к той же теме видимого-невидимого, о котором уже два раза говорили на предыдущем заседании. Путь через пещеру таким образом становится символическим преодолением иномирности, смерти как конечности пути человека в мире или сакрализации последней, то есть создаются мемориальные смыслы. Путь через пещеру и вот по этому лабиринту каменной реки, образованной ступенями,
стали своего рода эквивалентом меандра, как особенно затрудненного пути. А меандр связан очень с балканской культурой, с балканским текстом, таким образом, что именно меандр зашифрован в движении ног самого популярного народного танца на Балканах, который называется в Хорватии и Сербии коло, в Болгарии хоро, в Греции хоро и так далее, и так далее. Верхняя часть танцора неподвижна, а нижней частью ногами танцор выписывает фигуры, подобные меандру, возвратно-поступательное движение. Это танец хранит в себе очень древние погребальные, отголоски древнего погребального ритуала и затрудненного пути в иномирье. Так вот, если меандр – река, то это подземная река. И в данном случае вот мой опыт прохождения по этим 500 ступеням этот опыт каким-то образом эксплицировал. Это один пример. Второй пример – это другого рода. Это движение, наоборот, от культуры к природе. Был такой замечательный архитектор в Сербии, мы переносимся в другую уже область, Балкан, Богдан Богданович, он несколько лет назад скончался в Вене. Это был архитектор, эссеист и прозаик, наивный философ, очень высокообразованный интеллектуал из очень интеллигентной старой сербского семейства. И его, в его творчестве различимы самые разные идеи и образы, и тут слились и античная мифология, и каббала, и масонские знаки, и ориентация на архаические принципы слияния дела, слова и ритуала, как писал Владимир Николаевич Топорог, опять же. Архитектуру он воспринимал как мистерию, а всю свою жизнь он занимался строительством, ну, в обычной жизни мы бы сказали, мемориальных ансамблей, партизанских, но на самом деле это были отвлеченные символические некрополи. Он так и называл их – отвлеченные символические некрополи. В его, так сказать, бэкграунде творческом очень ощутимы отголоски сецессии. Но еще больше он был ориентирован на создание миф-поэтического ландшафта, на голос камня. Вот это один из мемориалов на месте концлагеря в городе Ясеновац. Это бетон в данном случае. Нам он интересен только как, так сказать, знак вот такой вот его принадлежности к социосионистской традиции. Но в основном Богданович делал другие вещи. Он организовывал естественное пространство, ландшафт, не обработанный никаким образом, однородными отвлеченными элементами, которые были некоторого рода отголоском придорожных камней, указателей пути и создавались такие символические кладбища. Вот это символический некрополь в Крушеваце. Он считал, у Богдановича было много всяких идей, и он создал наподобие мастерам русского авангарда огромное количество комментариев к своим произведениям, и даже писал и романы, и пьесы, и так далее, которые тоже были своего рода комментариями. Так вот, он считал, что природа и в сочетании с камнем выступают таким коннотатом памяти. Они аккумулируют и стимулируют память. Память особого рода, память как абсолютное такое архетипическое воспоминание, как мифопоэтическое пространство. Поэтому его мемориалы иногда напоминали древние архаические жертвенники, вот как, например, этот мемориал. Иногда здесь были явные аллюзии на античную архитектуру, античное наследие. Памятники чаще всего, да, отдельные эти элементы были наделены органической формой, но совершенно отвлеченные. Богданович восстанавливал архаические значения камня, мастерства зодчества и связи архитектуры с окружающей средой. По его мнению, в памятниках, в мемориальном сооружении в целом доминирует женское начало, поскольку женщина символизирует континуитет поколений. И действительно было что-то мистериальное, глубоко архаичное в этих некрополях, которые никогда не были только мемориалами, как говорил Богданович, а напротив, они противоположны смерти, они исполнены радости и игры.
игры и ритуалы, и дело как, так сказать, некого, как бы мы сейчас сказали, перформанса, но перформанс не передает вот этой глубины каких-то архаических значений, которые были заложены вот в этом во всем действии. Каким образом реализовалось ритуальное начало? Во-первых, Богданович приглашал местных каменотесов, которые, так сказать, говорили от лица гениуса Лоци этого пространства. И никогда не делал предварительных набросков, а они работали на месте, как древние архитекторы, выковывали. Вот в данном случае мы видим один из таких памятников. В целом его символические некрополи напоминали древние полуастрономические, полумемориальные, полусимволические святилища, как мы видим здесь, или боснийские некрополи, так называемые богомильские некрополи 12-15 века. Их принадлежность к богомилам оспаривается в последнее время, но, тем не менее, эта идея все больше и больше постоянно возвращается, значит, в ней есть потребность именно в том, чтобы это, так сказать, была вот такая вот альтернативная христианству какая-то традиция. Вот это один из богомильских надгробий, стечек 13 века. Это памятник, придорожный указатель древнеримский, который там тоже встречается. Но для нашей темы интересен символический некрополь в Мостаре. Он посвящен памяти партизан, которых здесь погибло большое множество, больше 2000. И он строился как раз-таки бригадой каменотесов с древнего далматинского острова Корчула. Это очень древний остров, так что сами эти каменотесы несли в себе традицию еще со времен неолита. Вот. Он представляет собой серпантин, поднимающийся вверх параллельно воде из источника, который струится вниз. Сам по себе этот памятник – это уменьшенная копия того города, у подножия которого эта гора, на которой памятник расположен, существует. Это Мостар, город на реке Неретва. Это как бы идеальная диаграмма этого города. Однако эта диаграмма города, этот иероглиф, достигает довольно крупных размеров, соответствует размерам скромного древнебалканского святилища или античного некрополя. Он сделан из известняка, дитя солнца и месяца, поэтому он предназначен для изображения небесных явлений. И вот эти вот кругленькие штучки, которые вы видите на картинке, это символические захоронения партизанок, здесь 560 штук. Практически они все исполнены вот такой солярной символики. Путь вверх показывает вода, которая струится по параллельным желобкам и ручейкам, таких проложенным закованных в каменные русла, которые через звонкие, так сказать, такие звонкими струйками лилась навстречу посетителям. Я не случайно говорю в прошедшем времени, потому что во время войны 92-93 года, столкновения между хорватами и боснийцами, памятник был почти полностью разрушен. Потом он был восстановлен, добыли где-то деньги, Богданович был еще жив, добыли 250 тысяч евро, восстановили памятник, а через два года он опять был разрушен. Так что вы понимаете, какой это горячий, в общем, регион, и какое это все незаживающая рана. И сам мемориал об этом, так сказать, свидетельствует. Вот это еще одна его картинка. То есть вода и камень здесь представляют единый движущийся организм. Движение как акцент на пространственных отношениях, то есть мемориал как гора и город, эквивалент гора-города, здесь акцентировано. А отдельный монумент выступает таким камнем горой или камнем надгробием или оберегом. Но особенно интересны комментарии к этому созданию, к этому памятнику. Дело в том, что в процессе его, так сказать, вытесывания вот этих всех элементов, мастера, приглашенные с древнего острова Корчула, пели песню. Пели они песню в ритм своей работе, вот как они стучат по дереву. Очевидно, это такая старая, очень древняя далматинская традиция, уходящая еще в какие-то мистериальные совершенно глубины архаического сознания, архаических практик.
Они говорили, что и каждый камень поет, там мрамор поет, меццо-сопрано, известняк, альтом и так далее. Вот эта перформативность, так сказать, связи вода и камень получает расширение в мотиве звучащего камня и молчаливой реки в данном случае. Поющая река образует некое подобие органа, каменного органа. Вы видите, что некоторые части этого мемориала действительно уподоблены органу. А когда автор Богданович однажды спросил мастеров, а почему в этой песне нет слов, они ответили: «Нема их никогда и не било», «Нет их и никогда и не было». Значит, так положено. Так положено, чтобы они не имели никаких слов. Вот это окаменение как онемение реки получает в балканской модели мира парадоксальное развитие. Я покажу один третий пример, последний, который демонстрирует вот эту идею молчания как оборотную сторону полноты речи в связи с мотивом каменного моста. Мостов очень много в балканском этом пространстве. Вот этот мост именно там, где расположен мемориал, мост Мастари, старого архитектора турецкого Хайреддина. Очень красивый мост, он тоже был во время войны разрушен, сейчас восстановлен. Вот это, он же в другом виде, вот это знаменитый мост на Дрине, который дал название знаменитому роману Ивана Андреевича «Мост на Дрине». А вот это необыкновенной красоты мост на реке Жепа в Боснии. Вы видите, что здесь нет ничего, кроме камня и воды. Я позволю себе прочесть небольшую цитату. «Казалось, берега реки бросили друг другу навстречу вспененные струи воды». Это цитата из рассказа Ива Андрича «Мост на Жепе». «И соединив их в арку, на миг застыли над пропастью, паря в воздухе. В просвете арки синела вдали Дрина, а глубоко внизу бешено пенилась укращенная Жепа. Взор не мог налюбоваться гармонией продуманных и легких выгнутых линий, казалось бы, нечаянно зацепившихся в полете за острые мрачные скалы, обвитые Ломоносом и Виноградом, и при первом же мгновении ветерка, грозивших вспоркнуть и исчезнуть». Прошу обратить внимание на мотив полета, к которому я еще вернусь. Сюжет здесь такой. Боснийский визирь, то есть крупный чиновник, решил построить в родном городе мост. Для этого он пригласил итальянского архитектора. Итальянский архитектор построил его и уехал в Стамбул. Но по дороге в Стамбул он заболел чумой и в одном францисканском монастыре через два дня умер. Архитектор этот имел одну особенность, как говорили местные мастера, которые с ним имели дело. Он не произносил ни слова, он был совершенно нем. После него остался девиз, который он завещал написать на этом каменном острове: «Молчание – надежность». Визиря просили увековечить имя создателя, зодчего и его самого, который, так сказать, финансировал, как мы сейчас сказали, это строительство. Но тот был задумал написать свое имя и вот этот девиз «Молчание и надежность», но под конец жизни впал в какую-то тоску, меланхолию и перечеркнул свое имя и перечеркнул девиз. Так мост остался безымянным. Вот о соответствии оппозиции, которые здесь возникают в связи с рекой и мостом, и немотой и рекой, об этом замечательно написано в ряде работ Татьяны Владимировны Цивян. В частности, о соответствии оппозиции «Стоящая вода река» и «Немота». Одна минута. И немота речь. Значит, здесь же и тезис о том, что идея перехода в другой мир объединяет реку и мост идеи движения. Но по аналогии со стоящей водой камень характеризуется по признаку неподвижности, а мост создает движение. Но здесь все сложнее. Строительство моста как процесс, описан процесс, наделило камень качеством подвижности. И движение и речь не свойственно камню как природному образованию, и это определило его отторжение и в конце концов лишило имени. И поэтому возникает
нечто противоположное безымянности камня, которому всегда взывали, вот в данном случае у Гёте, камень, речь поведи, говорите со мною чертоги. В балканской модели мира все происходит наоборот. Река – камень, как безмолвие речь, или река плюс камень, как безмолвная речь. И в данном случае вот этот ненаделенный, получается такой оксюморон. Оппозиция природы-культуры традиционно выстраивается в соответствии с река-камень и природы-культуры как речь безмолвия. Но в балканском модели мира река становится безмолвной, а камень звучит, но бессловесен. Например, он звучит в песнях каменотесов у Богдановича. Он надежен как молчание, то есть не немота. Молчание – это не немота, а сверхречь такая. Эквивалент сверхречи или потенциальная сверхречь, полнота речи, но лишен имени, как у Андрича. И в этом балканская парадоксальность. Спасибо. Большое спасибо. И теперь 9 минут на обсуждение его мысли. Прежде всего, они имели как река. Да, хорошо. Надеюсь, не как камень. Ну, да, камень говорит.